Короче, получилось так, что Влад уронил трубочку в переходе. А, ты снимаешь? Ой, как неловко. Вот. Теперь я ее обрабатываю, чтобы утром не увидеть очередного герпеса на своих губах. Губы топанковые, блядь. Да, женщины будут в течение 5 дней. Нет, нет, ты осознаешь тот факт, что мы едем на 5 дней. Просто ладно, если бы мы, короче, на день туда, на сутки, чисто на праздники. А мы непосредственно на 5 дней. Вторник вечер мы уезжаем. Да, что-то вообще, сначала не узнал даже. А ты прикинь, ты же мне снился вообще уже. Знаешь, сколько раз, бля? Сейчас был 4-й раз. Пиздец. Знаешь, первый сон был, короче, вот эти вот праздники, в эти праздники приезжал Рахов и Шкляева, и как раз перед отъездом в Питер, то есть уже все знал, что они приедут, я уеду в Питер, никого не встречу, и в общем сон такой приснился, мы с тобой забили на приезд Шкляева и Рахова, поехали в какую-то твою деревню, нахуятились там до потери сознания. Утром нас будет мама твоя, мы такие не понимаем, что происходит. Что-то в таком духе. На всех забили, всех кинули. Нихуя себе, чё. Ёбаный рот, вообще. Ну чё, а можно так сделать летом, дядечка? Да, можно. Что тут делает казак, ёбаный рот? Санёк, чё ты передаёшь Саньку? Скорее возвращайся в Воскресенск. Блядь, желаю тебе счастья, чтоб ты, блядь, побыстрее выздоровел, ебаный урод. И все, заебись будет. А бабло! Так он чё, он не болеет, ты что? Чтобы он не болел, блядь. Я по вам скучаю, честное слово. Казак скучает. А что у тебя за тёлочки там на заднем плане? Ай, я ж тебе говорю, это фотографии тёлок. Ну-ка покажи. Саньку. Нифига там коллекция, блин, порнографии. Ну, хоккеисты, блин, сначала. Да. Саня, что ты передашь Сане? Саня, ты передаешь, чтобы там он попиздил побольше духов. А пиздил, да, если у тебя такое вообще есть. Я бы лично бы это хотел, если бы, конечно, меня пиздили до этого вообще дети. Ну, насчет отпиздить понятно, что-нибудь душевное скажи. Душевное? Что-нибудь хорошее. Чтобы отслужил нормально и пошел куда-нибудь учиться, не там мать какую-то фигню. Шарак. Ну, а типа там. На мента. Ну не на мента, а это. Пошел бы в ФСБ, спецназ ГРУ, самое жесткое. Если он, конечно, хочет. Хорошо. То, что будет после армии, сейчас ты ему. Полгода еще осталось. Чем ему передашь? Больше полгода. В армии отжигает. Качается, силы набирает. Книги читаем, да? Да книги, зачем? Саньку, который в армии. Саньку, который 5 месяцев сказать, в армии. Что-нибудь на пустоще. Ты приятно. Самый трудный период в армии уже прожил. Сами в армии не были, я уже все знаю. Остальное дело техники. Даже в армии не бывали. Ну, тут есть один парень, военка. Да, я отхожу на военке, я, конечно, представляю, да, выпускаю у меня один раз в неделю, один раз даже в две недели военка. Но я понял ее суть, да. У нас есть такой чувак, Виглов зовут его. Знаешь, как прет, да, просто со всех сторон. Я приду непострижен, он говорит, ты че, как Мухаммед Али? Говорит, маджахед ебаный. Чувак, это дрэпчик. Это дрэпчик, чувак. Он просто называет и у нас волосатым и все, отправляет делать всякую грязную работу. Да. Или брить волосы. Некоторые даже идут в туалет и бреют себе сами. И стригут. Были такие случаи. Так вот, Санек, пацаны познают трудности армии на гражданке. Да. Так что, друг, в принципе, они могут тебя понять. Далекие тебя. Вот. Вот если я вылечусь в военке, так что окажусь в настоящей армии когда-то. Еще ничего не решено. Чувак,
Чувак, рыбчик. Ладно, ладно, прекращай. Да, я ждал напутствующих слов. Я видеоотчет готовлю. Саня, ты можешь что-нибудь сказать? Я уже говорил. Саня уже говорил на кухне, когда яйца жарил. Это, качайся, и тут все. Обошли в армии делать нехуй. Ну, учись там, военно подготовь. И качайся. Книжки не читаешь, лишнее время. Зачем? Я не согласен. Смотря какие книжки, военные книжки читать. Я совершенно не согласен. Читай журналы. Есть журналы прекрасные, Playboy, Максим. Они помогают скоротать время с красивыми девчонками в мыслях. А как же одухотворение? У него целый год. Одухотворение? Книги должны помочь. Там такая суровая жизнь, там не до одухотворения. Там просто, наверное, низменные свои страсти воплотить в жизнь. Давай, Джо. О, Джо, ты меня будешь учить тоже на гитаре играть. Санёк, охуен! Ен, две, три, фир, файв, сень, сева, Рокдавил, Дахайн, Дангорев, Лева. Бери ногу, ногу бери. Смейся, смейся. Смейся, сука. Ай, блядь.